Позавчера я на ремонт отдавал. Батарейка думался. Они что-то отсоединили на время. Просили деталь, будет элемент поставить на днях. То есть она, получается, не сработала сегодня? Да. В пользу версии о поджоге говорило то, что возгорание началось с бампера машины. Впрочем, ни бутылок с горючей смесью, ни других улик на месте эксперты не нашли. Повредил огонь и заднюю часть салона автомобиля. Машине уже 10 лет, но видно, что хозяин относился к ней очень бережно. Задний бампер, фонари. И огонь вовнутрь только начал поступать. И тут, наверное, тушить начал. По словам жильцов, двор у них неспокойный. Не так давно неизвестные поджигали подъезд. Кроме того, сам хозяин машины уже не раз замечал, что кто-то регулярно открывает крышку бензобака на его автомобиле. Но, увы, очевидцев всех этих случаев так и не нашлось. Ну, это, может, хулиганство, скорее всего. Больше ничего здесь такого. Только снаружи горело, да. Обвинят кого-то. Сейчас этим происшествием займутся пожарные дознаватели. Полной страховки у старенькой «Лады» нет, и ремонтировать сгоревший автомобиль владелец будет вынужден за свои деньги.